Вы смотрите RTVI, с вами Марианна Минскер. Нам надо поговорить о том, как вырваться из рук слишком заботливой мамочки. Со мной в студии практикующий психолог Илья Шапшин. Илья, приветствую тебя. Спасибо, что пришел, но мы давно знакомы, поэтому на «ты». Вот я читала твои статьи на эту тему, и вот ты там описываешь пример, когда 33-летний взрослый мужчина живет со своей мамой, и со стороны кажется идеалистическая, идеальная картина, все хорошо, но на самом деле речь идет о разрушенной судьбе. Вот скажи, как много, во-первых, таких примеров сейчас в современном мире, в России, на Западе? Насколько это вот сейчас актуально жить с родителями в таком возрасте уже, взрослым? Я, конечно, в силу своего практического опыта лучше разбираюсь в том, что происходит у нас, чем за границей. Ну и как тут не вспомнить известную фразу «невидимый миру слезы». Таких ситуаций больше, чем они видны, как раз именно по тем причинам. Потому что снаружи вот это может интерпретироваться как, в общем, ну, довольно благополучно все происходит. Ситуация, к которой оба добровольно пришли. Но довольно часто, на самом деле, это совсем не так. Это такая драма, которая разворачивается внутри, и люди даже окружающие, иногда даже родственники, не в курсе, что происходит на самом деле во взаимоотношениях. Вы знаешь, вот в моей жизни была очень давно, много лет назад, такая ситуация, когда действительно вот 30 плюс 30-летний мужчина жил с мамой, и действительно все было вроде как хорошо, но по моему опыту, опять-таки, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что от таких мужчин надо бежать как можно быстрее. Это диагноз. Права ли я или не совсем? Не совсем. Дело в том, что все-таки люди бывают разные, и люди выбирают, как жить по-разному. И иногда бывают ситуации, когда человек в силу тех или иных причин, особенностей характера, особенностей ситуации, действительно выбирает, что он живет вместе с кем-то из родителей. Вот. Это вариант нормы. Это действительно можно оценивать по-разному. Но мы сейчас говорим о том, что бывают ситуации другие, когда на самом деле человек абсолютно не хочет жить таким путем. Но в силу обстоятельств, про которых мы, наверное, сегодня и поговорим, он все равно в этой системе остается. Ну вот так давай поговорим вот как раз об этом, о таких ситуациях. Там, я так понимаю, что речь идет о какой-то нервозной, не знаю, нездоровой психологически матери, скорее всего, которая... С одной стороны. С одной стороны. И зависимым, которая манипулирует этим ребенком, ребенком в кавычках, которому уже 30 лет. Да. Не отпускает его. Угу. Вот давай разберем эту ситуацию. Конечно. Одним из главных действующих лиц этих историй, этих сюжетов всегда является, ну, на нашем языке, ну, он, в общем-то, понятный, часто тревожная, гиперопекающая мама. Вот, гипер — это значит слишком, вот, и мы не против обычной заботы, обычной опеки, обычной близости, но здесь речь идет о переборе, о том, что происходит что-то чрезмерное. И сложность в том, чтобы вот эту вот линию уловить. Потому что сначала все эти связи, они же формируются из детства. Никаких претензий не возникает ни у одного там, детского психолога, ни у учителя, ни у близких. Эта связь, это эмоциональная тесная близость. Вот когда вот, мама говорит про себя и ребенка «мы», это нормально. Мы пошли в школу, мы выросли, мы сделали уроки, да? Мы пошли в школу, да, у нас пятерка, там, мы пошли в музыкальную школу, или мы выиграли там конкурс. Вот. Но это естественно. Здесь возразить как-то не про что. Но это незаметно. Ситуация перерастает в ненормальную. Это как в этой известных притчах про лягушку, которую, если бросить на горячую сковородку, она выпрыгнет. Но если ее кипятить медленно, вот в кастрюле с водой, она ничего не заметит. Она не заметит, а сварится. Ну, вот смех смехом, а это примерно так же происходит. Вот, а такие мамы не ловят эту черту, за которую уже переходить нельзя. В какой момент нужно понимать и ребенку, и маме, что где она? Это 15 лет, 18, 20? Смотря о чем речь. Надо, во-первых, понимать, что 5, 10, 15, 20 — это абсолютно разные возраст. И общаться так же в 5, как в 15 — это ненормально. Вот. И надо понимать, что для каждого возраста есть какие-то свои вещи, которые допустимы, и какие нет. Если в 5 или в 3, предположим, завязывать ему шнурки, или там, ну, не знаю, там, стирать и гладить и готовить, и он еще ничего не умеет, это нормально, то в 15, если происходит то же самое, мы уже далеко от нормы отъехали. Да, то есть в 15 мама, готовящая и стирающая сыну рубашки, это ненормально? Я бы сказал так, что потихонечку надо уже трансформировать детско-родительские отношения совсем,
с ребенком, и делегировать какие-то вещи, обучать каким-то вещам, больше самостоятельности, больше автономии. Но в таких семьях, про которые мы говорим, это вообще не происходит. Это даже не обсуждается. Или, может быть, предпринимается какая-то попытка, которая рубится, ну, потому что там мне лень или некогда, или другие вещи более важны, и все возвращается на круги своя. В этом проблема. Потому что не происходит перехода из одних детско-родительских отношений в другие, в третьи. От чего это зависит? Почему одних происходит, в одних семьях такой переход приходит, в других нет? Да, да. Повторюсь, что, как правило, центральной ролью вот этих сюжетов, без которого он просто не может быть, является некоторые особенности мамы. Здесь надо поговорить и немножко про какие-то внешние моменты, и про моменты чисто внутренне-психологические. Ну, во-первых, часто у таких мам есть просто особенность, которая называется тревожность, или иногда это называют невроз тревоги. В общем, понять это очень просто, на каком-то простом примере. Ну, вот, допустим, взрослый сын, относительно взрослый, там, за 20, приходит домой, ну, скажем, в 10 вечера. Вот такая мама говорит: ты знаешь, вот уже поздно, на улице темно, я волнуюсь, беспокоюсь, давай ты будешь приходить пораньше. Предположим, это все условная ситуация, но она близка к жизни. Он говорит: ну, мамочка, конечно. И он приходит в 9 вечера. Через пару месяцев мама говорит: ты знаешь, ведь зима, и уже поздно, и уже темно, вот я уже беспокоюсь, давай ты будешь приходить пораньше. Мы приходим к тому, что, например, он просто лежит на диване, и тогда он подходит и говорит: я волнуюсь, а почему ты лежишь на диване и никуда не ходишь? Вот это и есть. То есть это внутреннее состояние. Да, но теперь вернемся к сыну. Почему он должен сказать: мамочка, конечно? Он скажет: да нет, мамочка, это моя жизнь. Мы про сына, конечно, поговорим. Есть причина, почему он так не делает. Или что происходит, когда он так делает. Но давай сначала про маму, чтобы как-то все было немножко структурировано. Значит, это вот первый момент. У нее может быть тревога, и она может не справляться с этим сама. И вот тут происходит важный момент. Она справляется со своей проблемой за счет ограничений его. Понимаешь, она не осознает, что у меня есть какая-то трудность, и мне надо ее решать там, самой, с помощью близких, с помощью профессионалов. Она это решает, ограничивая его жизнь. А вот осознает ли вопрос? Может быть, она сознательно манипулирует? Есть два варианта. Один – это действительно осознанная манипуляция. Вот, по моему опыту, в большинстве случаев никто специально этим не занимается. Вот настолько это не осознает. Вот, как говорится, человек причиняет добро, думая, что он делает хорошо. Или просто, что ну а как же иначе-то? Вот, я когда маме говорю такой: ну что же вы вот, не думали? Она говорит: да нет, ну я же волнуюсь, ну я же мама. Ну вы мужчина, вы меня не поймете. Вот, а это надо понять только вот когда женщина и ребенок. Вот теперь, значит, еще про внешние вещи. Часто это ребенок один, единственный в семье. Часто это ребенок поздний. Вот, часто были какие-то проблемы с беременностью. Это все усиливает значимость вот этой ситуации. Мама начинает волноваться про базовые вещи, про его жизнь и здоровье. То есть главная тревога вот такой гиперопекающей тревожной мамы: а все ли с ним было бы хорошо, как бы с ним чего не вышло. Про жизнь и здоровье. И это горькая ирония, потому что чаще всего с ним ничего не происходит про жизнь и здоровье, но жизнь его рушится. А папа? С папой бывают разные варианты. Часто, во-первых, это не полная семья, и папы вообще нет как такового. Во-вторых, если папа есть, часто он занят работой. Он занимается делом, он зарабатывает деньги, и он не очень-то влезает в то, что происходит между мамой и ребенком. В-третьих, если он влезает в эту историю и говорит там жене: послушай, ну что такое, он же типа взрослый парень. Иногда он может услышать: послушай, ты вообще ни в чем не разбираешься, это я его вырастила. Вот дети — это моя, так сказать, ну, сфера. Зона ответственности. Зона ответственности. Вот, это я знаю, что там с ним, как с ним. Вот, поэтому, в общем, не лезь не в свое дело. Вот. Ну и, наконец, четвертый вариант, когда отец занимает какую-то двойственную позицию. То есть, с одной стороны, он как здравый человек понимает, что что-то происходит не то. И вообще говоря, там, я в его возрасте уже жил не так. И вообще я верю, что окружающие молодые люди в его возрасте уже как-то живут иначе. Но с другой стороны, вот пойти на конфликт, пойти на ссору, на обострение отношений с женой, вот, ну, это иногда слишком тяжело. Вот, и получается, что вот, вроде бы, с одной стороны, даже отец может говорить сыну: ну, когда же будут внуки? То есть это программирование на нормальное развитие отношений. А с другой стороны, он же может говорить: приходи пораньше, мама волнуется. И он может не понимать, что он дает абсолютно противоречащие установки.
А ребенок оказывается вот в такой, ну, ребенок, взрослый, вот в такой вот двойственной позиции. А у мамы это все-таки больше что? Это такая вот действительно забота о жизни и здоровье? Или это ревность и страх потерять, и остаться одной? Да. Да? Последнее чаще всего. Как правило, такие вещи происходят, когда смысл жизни мамы в жизни своего ребенка. Вот то слияние, которое началось, что мы там вместе учимся в школе, что мы ее заканчиваем, что мы там вместе еще что-то делаем. Вот это единственный смысл жизни такой мамы. Иногда она вообще не работает, иногда она работает, но это, в общем, не имеет большого значения. Вот она обычно не увлекается там ничем всерьез, у нее есть какие-то связи, но это не имеет большого значения. Центр, смысл жизни, вот о котором она думает там, днем и ночью, это ее ребенок, ужас. Чтобы с ним все было хорошо. С ее точки зрения это очень естественно. И поэтому иногда психологическую помощь оказывать мамам таким трудно. Потому что им нельзя так директивно в лоб сказать, что ты ломаешь ребенку жизнь, и вообще ты сама травмирована. Это надо делать очень бережно и аккуратно. А тем более не просто, когда ты говоришь, а когда ты эту ситуацию трансформируешь. Вот. Но внутри себя такая мама, как правило, считает, что то, что она делает, это естественно. Ее чувства по этому поводу, они оправданы, так и должно быть. И странно, как может вообще быть иначе. Ну, по крайней мере, я иначе себя чувствовать не могу, говорит такая мама. И мы с тобой понимаем прекрасно, что если весь смысл ее жизни собран тут, как я его отпущу? А с чем я тогда останусь? А чем я буду жить? С мужем, если он есть, отношения обычно такие немного уже дистантно-формальные. И тут надо уже целую работу семейному психологу делать, чтобы они становились снова друг другу близки, чтобы у них появлялась эмоциональная связь, чтобы они начинали снова жить как-то не просто на жилплощади, а вместе как пара. Но каких-то других там дел, ну, женщина говорит, ну, я же уже не могу там что-то освоить, куда-то выйти, вот, ну, куда же я пойду? И вот получается, что у нее либо вакуум, либо пустота. Но это же очень страшно. Экзистенциальная пустота – это самый страшный страх. Mm-hmm. Вот. Либо я проживаю жизнь своего ребенка, сына или дочери. Угу. Даже, вот, знаешь, я не знаю, насколько это психологически правильно, вот говорят, что есть такой синдром, когда вот такие матери, они ментально выходят замуж за своих сыновей, боясь их отпустить, и даже не допуская мысли, что у него может быть какая-то другая женщина, она априори будет плохая, любая, какая бы ни была, она все равно все будет делать не так, и они даже мысли такой не допускают. Безусловно, у таких мам большинство кандидаток в жены будут недостойны, они будут отфильтрованы. Вот, принцип один будет, но простой, что я позабочусь о тебе лучше. В каком-то смысле на это возразить трудно. Но просто она-то думает про 5-летнего ребенка. Вот. На самом деле она так говорит, исходя из вот тех внутренних причин, которые не дают возможности его отпустить. И, конечно, ну, девушкам, которые все равно с такими, мы сейчас говорим в большей степени про молодых людей, про юношей, связываются, вот, и пытаются как-то все-таки наладить. Но им надо, в общем, ставить памятник при жизни и набраться терпения и деликатности. Вот где-то деликатности, а где-то решительности, чтобы помочь ему вот отсюда оторваться. Ну, главное, ты скажи, это лечится? Смотря, когда спохватишься. Вот смотря, когда спохватиться. Это первый фактор, от которого зависит, лечится или нет. Вот в районе 20 лечится практически всегда. Вот за 30 ближе к 40 намного сложнее. А второе, от чего это зависит, все-таки от тяжести ситуации. Где, с одной стороны, а все-таки что с мамой? Потому что одна история, если, например, ну вот просто она такая тревожная, этому можно помочь. И без особых сложностей. А другое, если, например, у нее какая-то своя проблема нерешенная. Болезнь? Ну, или... это совсем уже экстрим, если у нее болезнь. Вот, ну, или, например, умер первый сын. И тогда над вторым я просто, вот, не дай бог, что-нибудь. Это вот сложный расклад. Ну и, конечно, Марианна, лечится или нет, зависит во многом от второго человека, от, собственно, объекта любви. Вот что он-то сам думает, чувствует, делает. Вот давай про него тоже поговорим. Почему он позволяет с собой это делать? Да. Опять же, вот по принципу этой лягушки, которая сварилась постепенно. В начале вот этой близости ничего не возникает негативного, ничего не возникает никакого отторжения, никакого протеста. А с чего бы ему возникать? Я просто окружен теплом, заботой, вот, и все в порядке. Вот, и я не слышу и не вижу каких-то других примеров, и у меня нет информации о том, что что-то происходит плохое. Все хорошо. Вот, и, к сожалению, вот, трудно выйти, бывает, вот, из этого хорошо. А надо, а трудно. И иногда вот этой гиперопекой получается формирование отсутствия воли, вот, потому что нет опыта преодоления трудностей.
Ведь иногда такие мамы, они же и проблемы решают за ребенка. Конечно. Вот там, начиная, вот, не знаю, позвонить, узнать домашнее задание и сделать вообще за него, потому что я же лучше сделаю. И ты получишь пятерку, и ты будешь молодец. Вот и я такие примеры знаю. И в ситуации это действительно получается как бы выигрыш. Ну, хорошая отметка. Вот. Но стратегически это, конечно, проигрыш. Да это в любом случае проигрыш, мне кажется. Ну, мы здоровые люди, мы понимаем, но фокус именно в том, чтобы заглянуть нам сегодня чуть-чуть в мир вот таких людей, как они живут. И там это, конечно, в ситуации это выигрыш, вот в моменте. Но стратегически это, конечно, проигрыш. Потому что это же программа, это же не разовая ситуация. Это же мама решает одну проблему за него, другую проблему за него. Мама же приводит его за руку на свой завод к начальнику. Говорит, Иван Иванович, это мой сын, давайте вы его возьмете к себе. Говорит, а ты хочешь у нас работать, Петя? Говорит, ну, мама, наверное, хочет. Но он так не скажет, ему уже начинает стыдно в этот момент. Тут уже у него начинается дискомфорт. Мы уже подходим вот к этапу, где человек выходит из зоны, вот, где ему просто хорошо, что о нем заботится, и у него уже начинается двойственность. Вот где-то ему начинает уже стыдно, где-то он чувствует себя неловко. Но это, конечно, когда он видит, как у сверстников по-другому устроено. Он же должен понимать, когда мама говорит не в 10 приходи, а в 8, это же просто, ну, ограничение свободы. Конечно. Как только... это должен какой-то возникнуть уже психологический дискомфорт и желание сказать так, стоп. Совершенно верно. В большинстве случаев происходит определенный протест, определенный бунт. Вот сказать стоп. Но мы же не говорим, что все так просто устроено. И когда, предположим, ребенок не приходит в то время, в которое мы договорились с мамой, вот не всегда, но во многих случаях, мама звонит или папа звонит и говорит, Петя, так маме плохо, у нее давление подскочило, ты где? Ну-ка быстро домой. И вот чувство вины за то, что маме стало плохо, это манипуляция. Вот у таких детей, вот это вот то, что преодолеть крайне сложно. Потому что у него у самого эмоционально тесная связь с мамой. Вот, и он сам себя почувствует негодяем от того, что я делаю маме плохо. Вот, давай только вот в терминах будем корректны. Вот если ребенка как бы на это подсаживают, вот просто зная, что это плохо, но я его на это подсяду, это, конечно, грубая, махровая манипуляция. Но часто это все происходит. Неосознанно? Неосознанно, из бессознательного. Маме действительно станет нехорошо. У него действительно подскочит давление или будет что-нибудь там с сердцебиением. И она может даже там, не знаю, вызвать неотложку. Ну, какая-то психосоматика может разыграться. И вот пойди попробуй вот от всего этого отмахнуться и сказать «нет». Мне не важно, что с тобой происходит. Вот мне не важно, что тебе плохо, что папа говорит, что тебе плохо. Я пойду с Машей, все равно буду гулять. Не каждый. Слушай, ну это, конечно, тяжелый случай, но мне кажется, что вот если уж рвать такие отношения, а их можно, наверное, только рвать, или я не права, или можно постепенно, мне кажется, что здесь вот лучше отрезать уже хвост один раз у собаки, а не по частям. Люди действуют по-разному. Вот иногда и такие истории есть, когда человек просто уехал из Москвы в Владивосток. Вот и на этом история закончилась. Или в другую страну. Или в другую страну. Вот. Но дело в том, что эмоционально-психологическая связь, она может в той или иной степени присутствовать, даже когда люди территориально, так географически, находятся на расстоянии. Вот я знаю пример из своей практики, когда молодой человек жил и учился в другой стране. И он отправлял каждый день фотографии того, что он ест на завтрак маме. Вот тут один мой собеседник спросил, не отправляет ли он фотографии того, что после этого происходит. Вот, ну, конечно, нет. Вот, но, тем не менее, он отчитывался вот, с фотоотчетами, как он живет. Вот, ну, это, конечно, была маленькая часть картины, потому что мама могла ему позвонить в любой момент. Вот, а если он не отвечал, то мама продолжала набирать звонков 20-30 подряд. Почему ты не отвечаешь, что с тобой происходит? Дальше какие-то упреки. Поэтому иногда можно и уехать, но эмоционально-психологически не разорвать. Вот. Как разорвать? А иногда можно и не уехать, или, по крайней мере, на 5000 километров, но, тем не менее, эту связь трансформировать. Вот. Давай об этом поговорим. Давай как об этом трансформировать, поговорим. Как разорвать эту связь? Давай как дать этом. Понять маме, чтобы ничего там с ней не случилось, не дай бог, при этом, да, но как-то начать жить уже своей жизнью? В чем главная трудность решения этой задачи? В том, что тот, кто ее пытается решить, вот этот взрослый сын, условно говоря, он является главным объектом вот всей этой заботы, любви, гиперопеки, привязанности. И поэтому мама его практически не может услышать.
когда он сам говорит, там, мама, отпусти меня, или мама... Ой, вот, кстати, это еще очень важный момент. Часто такие дети, вот они хотят, чтобы их отпустили. Они хотят от мамы разрешения на самостоятельную жизнь. Но они ее не получат никогда. Ну, потому что по тем причинам, по которым мы сказали. Но вот этот паттерн получить разрешение они берут с собой в жизнь. И это им очень мешает строить отношения с прекрасной половиной человечества. Потому что они начинают и от девушки, и от женщины тоже ждать, что она им даст какое-то разрешение. Ну, предположим, там, на какой-то шаг навстречу, на переход через какую-то границу. Вот, и они часто оказываются просто беспомощны вот в этой уже совершенно другой сфере, которая не сегодня предмет нашей темы, отношения мужчин и женщин. Просто нужно брать и самому себе разрешать, да? Ну, конечно, конечно. Это мы сейчас про отношения мужчин и женщин говорим? Ну, вообще и от мамы. Ну, естественно, ну, естественно. Вот. А происходит как раз засада именно в том, что такой... Ну, я иногда этих детей называю «хороший мальчик». Потому что это вот те, кто были всегда в детстве, в школе, послушные, тихие, спокойные, с ними было легко. В советское время они получали грамоты за отличные успехи и примерное поведение, потому что они всегда сидели хорошо, они не бегали по коридорам, они ни с кем не дрались, они не дергали никого за волосы. Вот это были хорошие мальчики. Вот часто они получали и красные дипломы, и медали, вот, ну, смотря там, что заканчивается. И вот от объекта своей гиперзаботы, от объекта своей тревоги, мама глуха, она не слышит. В большинстве случаев, его запроса. Сначала это, как правило, бывает тихий, спокойный разговор, что, ну, мама, там, мне уже 20 с чем-то лет, вот мы встречаемся, вот, ну, я же не могу прийти вот тогда-то. Вот, ну, во-первых, потому что мы идем в клуб, а там это тогда-то. А во-вторых, ты знаешь, мама, честно говоря, я вообще не знаю, как дальше пойдет. И, может быть, вообще-то тебе бы надо радоваться, если я не приду сегодня домой, можно, так сказать, намекнуть. Вот. То есть это вот такой этап, ну, как сказать, вразумляющих разговоров. Но я думаю, что не работает. В варианте light это работает. Если нет какой-то вот такой сильной прям невротической привязанности, зависимости, ну, как мы с тобой говорим, степень тяжести ситуации бывает очень разная. Если она не очень разная, то, по идее, вот, ну, какие-то по капельке вот, здравый смысл может пробиться через вот этот вот заслон, через эти защиты. Что мама, конечно, включается в психологические защиты. Ясное дело. И вот потихонечку вот этот здравый смысл он может пробить. Вот. Ну, особенно, конечно, хорошо, если есть какие-то рядом здоровые примеры. Ну, не знаю, там, а вот друг вот нашей семьи, или там вот, ну, ну, сын там твоей сестры. Ну, то есть в социуме какое-то окружение, когда можно на это опереться. Это хорошо, это часто работает. Вот. Ну, вообще говоря, хорошо, когда есть какой-то союзник, вот, кто мог бы в этой ситуации со стороны... Ну, и авторитетный для мамы человек все-таки эти вещи дать понять. Ну, не знаю, предположим, муж сестры мамы, который может прийти, но он родной человек, он свой, и сказать там, ну, Наташ, ну, что ты парня это самое держишь у юбки? Ну, давай это самое там, я его туда-то, и пусть он сам идет. Вот. Ну, иногда это и прокатывает. Вот в тяжелых случаях это не прокатывает, и тогда начинаются попытки просто нарушения запретов. То есть просто попытки выйти из этих ограничений. Там, мама сказала, приди домой в 10, я приду в 12 или там в 11. Вот. Ну, тут 100% придется столкнуться с тем, о чем я рассказывал. Вот. Будет попытка надавить на чувство вины, вот как мы говорим, осознанно или нет. И вот это надо будет перешагнуть. И вот здесь вот очень тонкий момент. Надо продолжать любить маму и при этом эти связи разрывать. Как это сделать? Вот это люди часто не понимают. У них часто два в одном. Да. Они говорят, то есть как, мне надо маму разлюбить? Или мне надо сделать ей плохо? Или я должен перестать как-то, ну, ее уважать? Нет. Мама по-прежнему является мамой навсегда. Вот. И любовь к маме никто не отменял. Не надо причинять маме какую-то излишнюю, садистскую боль. К этому никто не призывает. Надо просто делать то необходимое, чтобы строить свою личную жизнь отдельно. И если сейчас для этого необходимо прийти позже, или сейчас для этого необходимо куда-то уехать, или сейчас для этого необходимо сделать еще какой-то самостоятельный шаг, его надо делать. Независимо от того, понравится это маме или нет. Ну как же маме это может понравиться? Ну, вот. Зная на 100%. Да, что мама расстроится, что у нее повысится давление и так далее. Но все равно это делать. Это можно подстраховать, позвонить отцу, если он там есть, или кто-то сказать, слушай, там, ты присмотри. Или еще кому-то из родственников сказать, там, вы позвоните или там приглядите.
Вот. И двигаться в направлении своей автономии. Никто вам это разрешение не даст. Никто эти связи не трансформирует, кроме вас самих. Вам могут помочь. Вам могут помочь психологически. Вам могут помочь, ну, как бы разложив эту ситуацию по полочкам. А кто в этой ситуации должен идти к психологу? Мама или сын? Это классный вопрос. Вот. Кто приходит к психологу чаще всего в таких ситуациях? А еще более замечательный вопрос – с какой жалобой? Чаще ответ. Правильный ответ. Чаще всего приходит мама с жалобой. Что-то сын плохо меня стал слушаться. Помогите. Помогите. Верните обратно, как было. Да. Вот. Что-то он стал чаще раздражаться на меня. Вот. Я ему говорю: «Виталик, одень шапку, холодно». Вот Виталик говорит: «Мама!» Ну, ты поняла. Вот. Ну, на эту тему есть классный анекдот. Вот. «Сынок, сегодня холодно, ты в шапке?» «Да, мама, я в шапке, каске, маске, противогазе, я боец спецназа». Вот. То есть для мамы это индифферентно. Вот. А про что мы? Про то, кто приходит к психологу и с каким запросом. Вот приходит мама с запросом, что сын раздражается, хуже себя ведет, он становится не такой послушный. Или же жалобы на то, что он неуверенный в себе, что что-то он как-то не принимает сам решение, долго ищет работу, у него какие-то вещи не складываются. А еще бы они у него сложились. Откуда бы ему эти навыки взять, простите меня, пожалуйста? Но я, конечно, так не разговариваю, потому что иначе я ее больше не увижу. И я не помогу этим ситуациям. А вот в такой ситуации, когда мама приходит с запросом «помогите», сын стал плохо слушаться, ты как, вот как психолог должен себя здесь повести? Да очень просто. Это называется подстройка и ведение. Вот сначала я соглашаюсь с теми трудностями, которые я слышу. Вот это как раз несложная ситуация для профессионального семейного психолога. Вот, ну, мама же действительно делится тем, что ей плохо. Ну и мне несложно быть с ней вот на этой волне и сказать ей, что да, я понимаю, как ей плохо. Понимаю, как она переживает, что вот с сыном происходят такие изменения, что она его любит, она все для него делает, она беспокоится обо всем, а он вот такой, значит, иногда неблагодарный или ну, не знаю, раздражительный или непослушный. А да? Дальше уже потихонечку выводить дальше маму на то, что ну, пора бы отпустить. Надо выводить, да, конечно. А сколько ребенку лет? Годочков. Да, вот, да. Вот, ну, а сами вы вот как думаете в этом возрасте? Вот такие вещи приемлемы, или, может быть, уже можно вот так? Вот, то есть начинаю задавать какие-то вопросы, немножко расширяющие картину, но они одновременно диагностические, потому что я проверяю тем самым, насколько мама вообще видит вот эту картину, как она оценивает. И, как правило, в своей практике не видит? Двойственное отношение. Вот процентов 80 случаев в моей практике понимают, что что-то не то я делаю, и даже чаще всего говорят, знаете, говорит Илья, я иногда понимаю, что я делаю страшную вещь, что я поступаю неправильно. Иногда я это понимаю, но потом это уходит, и я двигаюсь по прежней программе. И я, конечно, хватаюсь за эти проблески и говорю, конечно, вот вы молодец, говорю я, что вы это поняли. Вот именно так и надо. Вот я вам, как авторитетный психолог, специалист по развитию, по семейной психологии, говорю, что вот тут-то вы правы. Давайте с вами это подробно обсудим. Вот что вы думаете, вот когда так? Он говорит, ну что ему можно разрешить? Я говорю, правильно, а еще? Может быть, что даже можно ему не звонить? Я говорю, ну, конечно, можно. А еще? Ну, можно, например, к нему не приставать с расспросами потом, где он с кем был, когда и кто она, и где, и что, а что вы с ней. То есть можно не расспрашивать? Конечно, можно не расспрашивать. Вот мы слушай, ну такие же мамы, да, вот они же, понимаешь, они же обижаются, никому. Они же приравнивают, если сын не рассказывает ничего, или дочь, неважно, ребенок не рассказывает, не хочет обсуждать с ней свою личную жизнь, они же это приравнивают как, это, наверное, она меня не любит, она меня не ценит, не уважает, я-то все для нее или для него, а да, она-то вот да, как со мной. Да. Он жестокий, да. Он неблагодарный, он черствый, это то, что вот мы слышим в кабинете постоянно. И как объяснить мамам, что это не так? Конечно, это зависит, опять же, от насколько мама глубоко вот, в своих убеждениях находится. Вот, чаще всего, повторюсь, что можно объяснить на примерах, вот, на историях из моего консультативного опыта, вот, и дать человеку понять, что ну, есть законы психологии. Вот, вы знаете, есть психология — это наука, есть стадии взросления, стадии психовозрастного развития. Вот. Это научная информация, ее можно найти в серьезной книжке вот, или в научной лекции. И вот так и так и так вот устроено. Вот в этом возрасте вот так вот хорошо, вот в этом так вот хорошо, вот в этом так.
Да, но это психологу. А вот как ребенку самому дать понять маме, что все в порядке, я просто хочу жить отдельно, я хочу жить своей жизнью, если она его не слышит и не понимает, и к психологу да. идти отказывается, ну, потому что она считает, что с ней все в порядке вообще. Ребенку труднее всего в этой ситуации получить подтверждение и согласие от мамы. Но есть один волшебный ход. Дело в том, что главное, что хочет такая мама для ребенка, чтобы он был счастлив и чтобы с ним было все хорошо. И вот это ровно то, что надо маме транслировать. Не отстаивать за свои, не бороться за свои права и отодвигать там на час, не знаю, там приход или бороться за какой-то пункт, а говорить маме: со мной все прекрасно, я счастлив, со мной все хорошо. И вот это вот глубинно влияет на тревожную маму. Потому что это сразу идет в обход всех вот этих вот построенных заборов, преград. Она получает центральное послание. Вот, ему хорошо. Ну, ладно. Ты знаешь, вот у меня есть пример, у меня есть подруга, которая развелась с мужем и сейчас не замужем, у нее все прекрасно. И при этом мама очень настойчива, она там уже взрослая женщина, и мама очень настойчиво ей рекомендует обязательно выйти замуж как можно скорее, каждый раз эту тему вот педалирует. И как бы эта девушка не объясняла ей, что «мам, мне все хорошо, я не хочу замуж, у меня все прекрасно». Мама не верит, она считает, что ну, нельзя быть счастливой, будучи одинокой. Угу. Это простая ситуация. Здесь просто надо снять задачу, что-то доказать маме. Вот. Просто надо понять, контур альдел, и снять задачу, что я никогда не смогу маму переубедить в ее убеждениях. Марианна, понимаешь, вот что люди неправильно делают вот в таких коммуникациях? Они относятся к разговору, ну вот когда супруги ссорятся или когда вот детско-родительские, как к научному спору, как к дискуссии, как будто логикой здесь можно что-то переубедить. Вот, да никогда ничего вы логикой не переубедите, потому что в позиции мамы, при каких условиях ты можешь быть счастлива, лежит ее собственный опыт, возможно, опыт ее мамы, или еще, может быть, там на несколько поколений назад, какие-то психологически нерешенные проблемы, какие-то страхи перед этим миром, который якобы мужчина должен, значит, закрыть ее от них, ну и, собственно, ее дочь теперь закрыть от них. Может быть, вина, что она что-то не додала, и теперь она должна что-то добрать. Как можно это отменить и переубедить? Надо просто снять задачу. А что значит снять задачу? Перестать это доказывать и просто говорить маме: мама, со мной все хорошо, я рада, счастлива. Но это же тоже раздражает, когда постоянно в одну и ту же точку бьют. Ну, надо относиться с пониманием. Или просто вообще, вот, допустим, вот есть некоторые психологи, я знаю, рекомендуют вот эту тему договориться с мамой, что если ты понимаешь эту тему, я ухожу. Ну, я кладу трубку или я ухожу из дома, и все. Такой способ есть, я его тоже знаю, только я его делю все-таки на этапы по степени жесткости. Вот, для начала можно сказать мягко: мама, ты знаешь, мне эта тема очень неприятна. Я хотел бы, чтобы мы ее с тобой не обсуждали. Хорошо? Вот мама скажет «хорошо», но нарушит свое слово. Конечно. Ну, понимаем друг друга. Вот, это не страшно. Вот, потом можно сослаться на такую договоренность несколько раз. Вот, мама, ты помнишь, мы с тобой договаривались, что мы не будем говорить про тему моей личной жизни. Вот, давай сейчас не будем. Вот. Мама говорит: хорошо. Иногда это через какое-то количество повторений срабатывает. Но если нет, тогда мы начинаем план «Б». Вот мы говорим, предположим, в разговоре по телефону: мама, сейчас вот ты поднимаешь тему, про которую мы решили, что не будем. Вот если ты сейчас не переменишь тему, то я положу трубку. Вот, опять же, перед мамой стоит выбор. Либо я меняю тему разговора, либо я продолжаю. Происходит иногда перенаучение. Перенаучение. Но если ни план А, ни план Б не срабатывает, но тогда: мама, ты поднимаешь тему, про которую я не хочу говорить, извини, мне это неприятно, я позвоню тебе завтра. А завтра она снова поднимет? Отстаивание своих границ. Ну, люди бывают разные. Вот, все-таки перевешивает желание общаться со своей дочерью, к примеру, взрослой, перевешивает желание постоянно транслировать ей какие-то свои убеждения, установки. В громадном количестве случаев перевешивает. Хотя, конечно, есть истории, когда уже человек живет отдельно, и даже девушка, предположим, замужем или с мужчиной живет, но мама все равно продолжает так или иначе в ее жизнь вклиниваться. У меня была история в практике, когда муж с женой уехали отдыхать, когда они пришли, вот, оказалось, что мама в их отсутствие, значит, сноска, значит, у нее есть ключи от их квартиры, поменяла шторы и галошницу. Вот с точки зрения мамы она сделала очень доброе дело, потому что это были плохие шторы, они не подходили там к обоим, а галошница вообще была никуда, никакущая. Я вам сделала хорошо. И она была совершенно оскорблена, и ей было искренне непонятно,
почему это вызвало серьезный негатив. Здесь просто не должно быть у мамы ключей для начала, да, от квартиры взрослых детей. Чисто на физическом уровне, да, но чисто на психологическом должно быть осознание, что есть границы. Ну, да. Вот, куда нельзя просто заходить, просто без спроса, нельзя что-то делать без согласования, без договоренностей. Вот. В идеале, конечно, просто такая граница есть. Но у громадного большинства, конечно, она есть. Вот. А на крайний случай, ну, конечно, не должно быть ключей. Вот, это ваша личная территория, и вы как пара, или если человек отдельно живет, ну, должны защищать эту свою территорию. У вас есть на нее право, на ее защиту. Вот гиперопекающая мама, давай вот об этом тоже поговорим. Какие звоночки, да, какие сигналы, какие, я не знаю, принципы, что ли, да, вот, что действительно эта мама гипер тебя опекает. Вот что она делает? Вот заходит без спроса на твою территорию, еще что? Да, конечно, распознать, что мы имеем дело с гиперопекающей мамой, вот эти признаки, это сильно все-таки зависит от того, какого возраста ребенок, ну, в нашей ситуации, то, что мы рассматриваем. Но в целом это, конечно, да. Вот поскольку мама не чувствует границ, вот для нее просто как бы стерт эластиком, то, конечно, она совершенно свободно входит в комнату, если у ребенка есть своя комната. Вот. Она совершенно свободно там перемещается, прибирается, то есть расставляет там вещи или бумаги вот так, как она хочет. Как ей хочется, как она считает правильно. Вот. Дальше. Если, предположим, это какой-то стол с ящиками, она совершенно легко вот, выдвинет ящик и посмотрит, что там такое находится. Вот если она видит там, например, какую-то тетрадочку, она совершенно запросто, вот даже не подумав, что она вторгается в личное пространство, эту тетрадочку почитает, вот ее полистает. Вот дальше. У мамы будут какие-то контакты, ну, предположим, соучеников или коллег, ну, в зависимости от возраста. И это, кстати, еще одна из фишек, которую может такая мама делать. Потому что если, например, к назначенному времени ребенка нет дома, ну, ребенка мы уже понимаем в кавычках, вот мама может звонить не только ему и не только, предположим, в больнице морге, бюро несчастных случаев. Это было одно, от этого плохо не им. Вот она может начинать звонить, предположим, друзьям и коллегам. Вот. Александр, здравствуйте, я мама Виталика. Вот знаете, вот уже 9 вечера, а Виталика нет дома. А вы случайно не знаете, где он? Вот. Нет, Наталья Ивановна, я не в курсе. Вот потом он подходит другу и говорит, слушай, ну, в общем, как бы я ничего против не имею, но это ладно. У меня была история, когда мама обзвонила коллег по работе в офисе, и человек пришел в офис и говорит, что-то на меня как-то вы странно сегодня смотрите. А на него действительно немного смотрели, да, потому что до того, как он пришел, вот, был разговор с мамой. У всех. Вот. Ну, он же как бы оставил телефон там, может быть, один, но мама же посмотрела. И вот это, вот, конечно, пример вот этого вот влезания тревожной гиперопекающей мамы в мир. И если ей сказать, что вы грубо нарушаете вообще личную жизнь, скажет, так я же волновалась, что же я могла еще делать? Вот я делала, что могла, как вы мне можете это запретить? Ну, или вы меня просто не понимаете, или вы такой черствый и жестокий. Вот. А когда он ей скажет в претензии, мама, ты вообще знаешь, как вот меня сегодня смотрели люди или... Вот она скажет, да ну что ты, это все ерунда. А вот после... А потом он в следующий раз уже вот, возможно, так не сделает. Вот после общения с психологом она что, перестанет волноваться? Или перестанет себя так вести, когда волнуется? Да, вот это вот, насколько мы глубоко сможем с ней зайти. Программа «Минимум» — бить себя по рукам и не делать деструктивных действий, которые будут мешать вашему ребенку строить нормальную личную жизнь. Вот просто понимать, что есть вещи, которые делать нельзя. Вот это сказал, предположим, авторитетный психолог. И я это, допустим, поняла. Вот. Но это, конечно, программа «Минимум». Но это уже неплохо. Потому что это уже значит, что я справляюсь со своими проблемами не за счет его, что, как правило, происходит. Но, конечно, на этом останавливаться... Ну, я как психолог стараюсь не останавливаться. Конечно, надо разобраться, почему это так важно, почему это так хочется, почему так трудно от этого уберечься. Вот, и решить какие-то мамины проблемы. Ну, то, о чем мы говорили вначале. Если больше в жизни нет никаких смыслов, найти какие-то другие смыслы. Если у нее есть какая-то травма непроработанная, психотерапевтически проработать. Конечно, конечно. То есть снять вот этот градус в идеале, конечно, не просто теперь уже маму ограничить какими-то нельзя, вот, потому что нельзя, вот, потому что нельзя в таком возрасте так делать для ребенка. Вот. Но в идеале, конечно, ее пролечить терапевтически,
чтобы она сама это дело посмотрела. Вот скажи, вот эти все критерии, которые ты только что озвучил, гиперопекающий, часть гиперопекающей мамы по отношению к своим детям, к своему ребенку, это недопустимо делать в любом возрасте? Или, допустим, в 5 это нормально, а вот в 10 это уже нельзя? Ну, смотря о чем мы говорим. В 5, конечно, нормально. Вот. Ну, не знаю, там, смотреть тетрадки в школе, и ребенок учится в начальнике. Это нормально? Я считаю, что это состава преступления в этом нет. Вот в таком возрасте... Вот, тогда где та грань, когда уже это недопустимо? Ну, я считаю, что старший подростковый возраст... это принципиально. 15. Да, да. Как раз самое, когда мама начинает очень сильно волноваться. Что там девочки, мальчики, наркотики, да, все остальное. Да, да. Но жизнь так устроена, что в этом возрасте девочки, мальчики, вот и теперь это еще и, значит, там татуировки, и там сережки. Ну вот мне мама одна недавно говорила. Вот, кстати, одна из историй вот гиперопекающих мам — это гиперконтроль. Вот, ну это почти как две стороны одной медали, да. Вот, и она говорит, как же вот вы, интересно, мне предлагаете... там, не читать, что он там пишет, не отслеживать его где-то. В соцсетях, в соцсетях, многие, конечно. Но это вот в такое время живем. А вдруг, говорит она мне, он решит и сделает себе маленькую татуировку. Вот. То есть в ее картине мира это что-то очень страшное. Вот я говорю, а давайте мы с вами подумаем, а что в этом ужасного и непоправимо плохого, если он сделает себе маленькую татуировку? Она задумывается и говорит, а вы знаете, что... А ведь если я его за это не накажу и разрешу, так он может себе даже ухо проколоть. Вот. То есть вот эта вот история как раз в этом возрасте, когда как раз подросток и начинает... Ну это еще ладно, извини, другие просто мотивируют более сложными вещами. Они говорят, что а если он, например, будет общаться в соцсетях, в какую-то пойдет компанию, где там наркотики, он просто, он же еще маленький, он не поймет, его же там зацепят, как-то его завлекут и все, научат плохому. Да, да, сначала надо в школу отводить, чтобы через дорогу не переходил, потому что маленький. Потом надо с ним пойти в институт на день открытых дверей, потому что он еще маленький, вот, он же не поймет. Вот, потом надо, наверное, помочь ему на работу устроиться, но я же опытный, а он еще маленький. Вот, ну и, в общем, так мы до старости и будем, потому что в глазах мамы же он уже всегда маленький. Что ты говоришь таким мамам, которые в подростковом возрасте боятся, что ребенок попадет в плохую компанию, под плохое влияние, и наркотики, и все остальное, спиртное? Ну, во-первых, я стараюсь познакомиться с этим ребенком. Вот психологическая помощь, психологическое консультирование – это не чтение лекций, это не абстракция. Я не даю маме методичку, которую надо почитать и сдать тест. Вот я хочу поговорить с этим ребенком. И, например, у меня была история, когда мама как раз… Ну, это, собственно, пример, который я уже приводил. Вот там про татуировки, про… Ну, там были и другие, конечно, страхи, что вот надо обязательно контролировать, иначе будет плохо. Вот. И я несколько раз встречался с этим парнем. Вот, я понял, что он за человек, как он живет, какие у него цели в жизни. Вот, и вот эти страхи, они были вообще не про него. Что типично в этих ситуациях? Это надуманные, нафантазированные, накрученные страхи. Да, вообще в социуме такие вещи могут быть, естественно, они есть. В большинстве случаев как раз-таки человек, ну, ребенок, о котором мама беспокоится, чтобы это не случилось, он вообще не из этой оперы. У него какие-то совершенно другие свои там, интересы, увлечения, там, цели. Вот. И в большинстве случаев можно вот это показать, что ваши опасения, они беспочвенны. Вот по отношению к конкретной Маше, по отношению к конкретному Пете. Вот. Это часто сильно сглаживает страх. Ну, а потом уже можно говорить общие вещи, что невозможно вообще проконтролировать все на свете, что в жизни есть некоторые данности, такие непредсказуемости, вот, и что есть определенный вот такой возраст сложный. А главное, что намного лучше, когда у вас будут доверительные отношения, вот, и человек доверие. Можно будет... Правильно. Вот это ключевой момент. Когда вы нарушаете границы, когда вы действуете контролем, запретом, чувством вины, вы рушите доверие между вами. Вот. А когда вы даете понять, что вы готовы выслушать, что с вами можно чем-то поделиться, даже идея не сделать ли мне татуировку, или даже еще чем-то, вот вы создаете главное – базис доверия. И вот это вот фундамент для будущего, для профилактики самых разных негативных историй в миллион раз лучше и приоритетнее, чем, значит, под лупой большой брат смотрит на тебя и контролирует там логины, пароли, кукисы, там еще всякую фигню. Вот, то есть
я пытаюсь тогда переориентировать, приоритеты по-другому расставить. И часто, конечно, люди откликаются, потому что, ну, в глубине мы часто понимаем, как правильно на самом деле. Скажи, а вот такая вот история, когда гиперопекающие родители и взрослые дети, это больше характерно для мамы и сына или мама-дочь тоже встречается? Мама-дочь тоже встречается. Но реже? Да, да. Я думаю, примерно 50 на 50, просто немного с другим сценарием. Вот, ну, какой, например, сценарий дочери? Вот, предположим, есть мама, дочь, там, скажем, 22-23, и, предположим, ну, маленькие дети, знаете, там, 10 и 2. Вот мама говорит... Дети у дочери. Дети мамины. Дети мамины. Да, вот они вместе живут. И мама говорит дочери, что ты должна теперь мне помогать. Вот, ты должна помогать мне, ты должна воспитывать маленьких, ты должна о них заботиться, там, с ними сидеть, поднимать. Хотя вообще не должна. Это мамины дети. Именно так. Именно так. Вот, а пойди попробуй, дистанцируйся от этого и скажи. Ты знаешь, мама, это вообще вот, твои дети, и это твоя ответственность, это твоя забота, а я пойду выстраивать свою личную жизнь. Вот, тут, кстати, тоже момент в терминах, который многие люди не понимают. Моя семья — это я, мой партнер по браку и наши дети. А папа с мамой — это их семья. Это моя родительская расширенная семья. Семья мамы с папой — это папа, мама и мы. Но моя семья — это тот, кого я выберу и с кем я буду жить. А вот это ответ на аргументы, что мы же твоя семья. Вот моя семья — это которую я вот сейчас хочу создать. Вот. Поэтому сценарий, где девочка остается, это часто вот про необходимость заботы о ком-то. Вот. А сценарий, где хорошего мальчика не отпускают, это вот из тревоги о нем, из беспокойства о нем. Ну и возврат, где он не хочет делать маме больно, где он беспокоится уже о том, чтобы маме не стало плохо. Вот такой вот замкнутый круг. Да, но вот теперь все-таки поконкретнее о детях. Почему кто-то может вырваться из вот такой гиперопеки, гиперзаботы родительских, а кто-то нет? Да. Даже бывает часто, я тебе скажу, что в одной семье, допустим, двое детей, и старший уехал, а младший вот, ну, все, он остался и ничего не может с этим сделать. Да, это целая вообще громадная тема насчет старших и младших детей, потому что это давно в психологии изучено, начиная с ученика Фрейда Альфреда Адлера. Вот это была его профильная тема, которая потом, конечно, была подхвачена вот, роли детей. А есть несколько факторов, от которых зависит, почему так или иначе вот у человека пойдет. Вот один фактор — характер. Character в переводе с греческого печать — чеканка. Вот тебя отчеканили, и ты такая будешь жить, или ты такой будешь жить. Это не выбирается. Это тип нервной системы, это темперамент, это личностные особенности, которые ну, практически поправить невозможно. И люди рождаются с разным характером. Вот, и у кого-то, предположим, когда наступает время сепарации, вот, включаются соответствующие ресурсы психологические, и он способен и принимать самостоятельные решения, и противодействовать давлению, там, вины, манипуляции. Вот, ну, просто не остановить. А вот это время, извини, отделения от родителей, это 18 да, все-таки? Да, да, плюс-минус. Вот, ну, в разных странах, как ты знаешь, по-разному. Насколько я в курсе, в Англии в этом возрасте просто чуть ли не насильно выпихивают, конечно, и ты приезжаешь на Рождество раз в год, а больше тебя видеть здесь не хотят, не маячь перед глазами. А где-то в традициях наоборот вот устроена большая семья, и ты все время в ней живешь. Вот, то есть никто не отменял, конечно, другие факторы, кроме чисто психологических. Вот, факторы традиций, безусловно, вот, факторы каких-то этнических особенностей. Это все есть. Так же, как и чисто просто жилищный вопрос. Иногда бывает просто сложно куда-то съехать. Вот, ну, мы сейчас говорим о другом. И вот иногда у человека есть в характере достаточно ресурсов, достаточно твердости, достаточно настойчивости, чтобы преодолеть вот эту связь, разлипнуться и жить самостоятельно. Преодолеть какой-то кризис вот, и потом уже строить отношения на других основах. Вот иногда человек рождается с характером другого типа. Я не знаю, насколько здесь пара терминов будет уместно. Вот это слово «дефензивный» и это слово «психостенический». Defense — это защита. Вот это люди мягкие. Это люди, которые скорее уступят в конфликте, чем будут агрессивно настаивать на своем. Вот астении — это слабость. Психостенический — это значит слабой психикой. То есть человек не конфликтный, не агрессивный. Вот, и ему самому бывает даже сложно отлепиться от родительской семьи, даже если, в общем, насильно его не удерживают. Просто уже здесь все проблемы решены, вот, здесь не надо особо прикладывать усилий.
Но если я буду жить отдельно, снимать квартиру, это же ее снять, это же оплата, это еда себе, готовка. То есть много там какие-то соседи, еще какие-то вопросы. Но это сложно. Но я немножко сейчас вошел в роль вот такого человека. Это сложно. А здесь, ну, здесь мне легче. А я себе творчеством занимаюсь, и хорошо. Угу. Или там работаю. Вот. И всех это вроде все устраивает. Вот. То есть это момент характерологический. Вот. Это первый фактор, который вот туда или сюда определит. Вот. И второй фактор, который определит, это, конечно, на что готова пойти вот родительская сторона все-таки на удержание этой ситуации. Вот. Все-таки экстрим бывает редко. Вот. Экстрим бывает. Вот. Я знаю случай, когда пожилая мама с палочкой ходила на остановку, встречала парня, чтобы с ним чего не вышло, пока он дойдет от остановки до дома. У парня черный пояс по карате. Вот, а мама с палочкой ходила его встречать. То есть это иррациональность, абсурд на абсурде. Это было бы трогательно, если бы это не было так печально. Ну да, конечно. Вот, потому что это говорит о глубиннейшей совершенно зависимости и полном вообще непонимании того, что происходит. Вот, между прочим, вот, во многих случаях, даже когда все это давно в прошлом, вот, осадочек остается. Вот, и даже когда проходит еще там 10 лет, иногда вот такая мама все равно не может осознать и отдать себе отчет, что она делала вот тогда в своей жизни по отношению к ребенку. А ребенок-то помнит. А ребенок, конечно, помнит, да. Ну, более того, у него дальше по разным сценариям может жизнь пойти. Он может, пусть немного с опозданием от некой условной нормы, в уходящий поезд вскочить и все-таки не остаться в одиночестве. Но иногда он уже и не может в этот поезд вскочить в силу разных причин. Илья, у нас уже совсем мало времени остается. Твои рекомендации вот таким вот гиперопекающим родителям, ну и потом детям, которые страдают от этого. Как из этого вырваться? Гиперопекающим родителям я бы хотел сказать, что, во-первых, не решайте ваши психологические проблемы за счет детей. Решайте ваши психологические трудности, связанные, в частности, с тревогой, с тем, а в чем же тогда смысл моей жизни, решайте их сами с помощью специалиста, а не за счет жизни ваших детей. Второе. Жизнь течет в одну сторону. У жизни есть определенные закономерности. Ваша задача как родителей не в том, чтобы удержать ребенка возле себя и как можно дольше, а наоборот. Ваша задача как родителей подготовить его к этой самостоятельной жизни и ее отпустить. И оставаться родительским домом, куда он может всегда приехать, прийти по желанию и снова идти в свое самостоятельное плавание. Детям я бы сказал, что вы не родительский проект. Вы не родились с миссией соответствовать ожиданиям мамы, папы, выполнять их программы, делать то, что они говорят, жить так, как вам выстраивает вашу жизнь. Становитесь автором вашей жизни. Это право вам дадено. Даже не папой с мамой. Это откуда-то свыше, от Бога, от природы, кто во что верит. Но оно у вас есть. И вам не нужно чье-то разрешение на то, чтобы выстраивать свой путь, ну, так, как вам это изнутри хочется. И при этом относитесь с любовью и бережно к родителям, которые много для вас сделали. И трансформируйте детско-родительские связи из тех, которые были уместны, когда вам было 5, в те, которые уместны, когда вам 30. Большое спасибо. Пожалуйста. Это был Илья Шапшин.